Приехали на место, все нормально. Так. Ты говорит, смазки пишет. Что пишет? Ну, как ты там? Он приехал обратно. Скажи, Да. что егошняя информация полнейшая хуйня. Если он не знает Ну. никакой информации 100%, нихуй пиздеть. Скажи вот и все. Скажи, без драма просто выходит. А твоих Блядь, обещаний давай ты просто сам дали. как приедешь, ты ему это передашь. Ладно. Ты там как? Да нормально. Много чего нашли запрещенного. Ну не рассказывай, ладно. Ну, а так нормально, что приехали. У нас сахар это пропадает из магазинов. Ну, потому что люди ебанутые, нахуй скупают. Да. Да хуй Сахар, ебанутые, мука, просто люди макароны, посредственные. соль. Вообще, короче, все скупают. Ебанутые. Что-то больно. Я приехал. Ну, мне тоже так кажется, что он врет. Он когда написал то, что он уехал, ну, мне кажется, я прям сразу почему-то подумала то, что пиздит. А теперь послушай меня. Я тебе еще раз повторяю то, что это только временные трудности, через которые мы должны пройти. Если Бог дал так, значит, так и должно быть. Понятно? Но я переживаю за всем другое, я просто другое. С каждым днем я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. Ты И в Сирии скоро будешь такого даже дома. не было, понимаешь? В Сирии такого не было моментов. Моментов таких даже не было в Катунь, я Сирии. понимаю то, что Когда твой тяжело, Катунь. отец... Меня слышишь? Ты меня послушай. Я понимаю то, что тяжело сейчас. Очень-очень тяжело. Я это все прекрасно понимаю. Я понимаю, как... Ну, не понимаю, конечно, как тебе там, но приблизительно понимаю. Я жду тебя дома. Когда это все пройдет, все встанет в свои места, и все будет нормально. Я дома, Вот ты именно. дома. Плюс малыш наш тоже дома, с тобой вместе ходит. Плюс там где-то шароебится. По выходным теща с тестем ездит. Отпуск моих. Все встанет в свои места. Скоро. Я сейчас его просимовскую, блядь, спрошу, когда приедут. Да, сейчас расскажешь. Хочешь для этой Ну, своего пускай хоть интереса как. хоть надежда какая-нибудь? Ну, спроси. Да я уже этому Ну, пиздом. Я я тут спрошу, может быть, там что ему нам... известно, может быть, пускай что узнает. То, что Абрасимовский сказал, что у нас 19-го числа не было, так? Ну. Ну, через 2 недели, говорится, как заехали сюда. Типа, 19-е число прошло, блядь, они, блядь, думают, сколько по этому. Что, блядь, твои там Чего? информация хуйня.